У жителей жилого комплекса «Зеленые аллеи» есть важные вопросы, которые касаются благоустройства дворовой территории, а также жилищно-коммунального хозяйства. Для их решения они обратились к представителям администрации муниципалитета. Первая проблема, это одна из основных проблем, это канализация. Проблемный транспорт у нас ходит 33К и 10-20К. У нас никак не контролируемая наличная оплата. Хотелось бы дополнительный нам транспорт, а также осветить новую дорогу, потому что она без фонарей. Многочисленные проблемы граждан не остались без внимания. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров лично посетил ЖК «Зеленые аллеи» для того, чтобы выслушать жителей. Читаю обращение, вижу, что много проблем. Думаю, надо посмотреть совместно, понять, что мы будем делать. Ну и решите. Давайте обсудим. Кроме того, на встрече присутствовали представители компаний, которые занимаются обслуживанием жилого квартала. Генеральный директор одной из них рассказал о проделанной работе. Совсем недавно мы закончили работу по ремонту канализационной сети напротив дома 8. Нам осталось заасфальтировать небольшой участок. Что мы сделаем? Ну, думаю, до конца этой недели. Больше, я надеюсь, проблем здесь с канализацией не будет. Работа с обращениями жителей Ленинского городского округа – одно из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.